Ох, ебать, не, я туда пока не пойду туда. Это там всякие глистоперы шарятся. Чё там? Пламя очищает все. Сейчас пламя очистит мой пукан. О, отвертка. Отвертка. Жопу мне отвертку. Так. Здесь что-то еще должно быть. Замок сломан, охрен. Как и у всех остальных дверей. Так, что-то интересное. Ух ты ж, йо-катана, ни хрена себе. Ща мы как возьмем катану, как мы ее снарядим, как начальнике пойдет пизды давать. Ну а чё, кто на меня? Ниндзя, блядь. Начальники знают толк в катанах. По самой гланды их. Сейчас кому-нибудь пихнем. Ну-ка, где тут кто-то ходил, фыркал? Похлеще, чем в каком-либо резике. О, глисты! Атакуй! Давай, катаны, руби нах! Да чё ты? Она упирается во что-то? О, нихрена, нихрена себе! Она их прям месит, я скажу. Сразу по несколько ударов. Так, о, так левый, правый, сверху. Жесть. Где еще глисты? Я слышу тебя, ходячий кунилингус. Иди, я дам тебе пиздюлей пачку. Куда пошел, блядь?
Ух ты! Они вдвоем решили, один типа отвлекает, один байтит на себя, другой меня в жопу имеет. Ну, сука, держи плюху, но... Ну, тебе... Сдох, да? А тебя я на шашлык сейчас пущу, сука, так ты. Ты меня тут еще побыкуй. Сдох. Вот она не понять, за что задевает. Вот когда бьет в бок. Вот, типа за стенку задел, да, и все, и атака прервана. Бред, конечно, но да ладно. Чет на этого кунилингуса смотришь, давай его зарубим. А, все, он мертв. Как правило, кунилингусы долго не живут. Блять! Сука, иди нахуй! Пиздец, блять, урод! Жирное говно. Ну, тут вроде поспокойнее. Тут можно покекать. Это, блять, по-моему, нихуя не спокойнее. Мне эти звуки уже не нравятся. Я в эту игру на сложный очень давно-давно играл, поэтому на решейде вот с таким вот охуенным графоном, освещением, затенением, соответственно, темнота и все такое, эта игра для меня практически как новая, блядь. И она, ну, эффектнее намного воспринимается, чем вот то мыльное говно, которое она в оригинале смотрится. Ну и которое я, конечно, проходил там 10 с плюсом лет назад. Поэтому, считай, я по новой здесь вижу, играю. Соответственно, эмоции с новым драйвом. Ух ты, открыто, ни хрена себе. А я чем, пальцем что ли открыл? Да, скорее всего, у меня просто палец с жопом. Сначала я так чпок и открыл дверь. Ну это просто кольцо. Обходной путь. Ладно, пойдем к жирному, что ли, блин. Что у меня там с хпшкой? Желтенький. Желтенькое хп. Пойдем к жирному. Где-то он так не, где-то он там сзади валялся. Где-то он там как бомж, короче, на проходе валялся. Такой, сука, стой. Стопы, дай мне немного. Мелочи. 5 копеечек. Я думаю, ему, наверное, сейчас, знаете, каких 5 копеек дадим. У меня есть дробовик. Да, не жалко, в принципе, потратить у меня, потому что пистолет на босса в запасе есть, а вот дробовик. Дробовиком сейчас мы ему там в упор все яйца отшибем. Ну-ка иди сюда. Ну спать! Ну-ка падай! Ох ты, сука, жирный! На тебе! Падай, сказал! Нихуя, чё у него там между ног. Блять, какой, сука, ты жирный. Ты чё вообще хавал? У него судороги, судороги. Он не может встать. Бля, точно, пиздим, пиздим его булавой, пока он валяется. Вот. Нихуя он сейчас пизды получит булавой. Ну, сука. Чё ты встал-то, блять? Где наш дробовик, сука? Опять давай, ложись, блядь. Вспышка слева, где наша булава? Ща пизды получишь, блядь. Давай, вот так вот, на тебе, сука. Чё, охуел, да? О, всё, наверное, готов. Ну, блядь, ты чё, чё, живой, что ли? Тебе мало? На тебе, ты чё? Давай ещё, давай. Давай. На, по жиру прям. На тебе, сука. Да, вот получил вот так вот тебе. Твоему жирному ебалу. Потопчемся тут. Фу, какой ты стрёмный. Как можно столько жира с собой таскать? Так, катанчик. Фу, я думал, я тут охуею. Бля, чё у нас там здоровья нифига нету. Ну чё, схавать. Что у нас? Две аптечки, 7. О, 7 были утоляющих. Раз, два, все, хватит.
Ну, все самые трудности, я думаю, этой локации тут преодолены. Несмотря на то, что игра сложная, тут реально сложно иногда приходится. А чё, блядь, тут пусто? Я не понял. Я чё сюда, в смысле, зря заходил, дробовик тратил. Начальники били, тут пизды давали, а я, в смысле, тут мне ничего не дали? Нихуя себе. Вот это поворот. Чё это так все забыл? Чё тут вообще делают? Глисты валяются, ничего не дают. Как бомж тут шарю снимаю. Чё тут у нас еще интересно? Куда можно еще заломиться? А, ну это я с той стороны просто вышел, да? Все, в принципе, можно все по этажа валить. Валим отсюда ниже, там где-то псы были. Надо им пиздюлей тоже навернуть, чтобы они охуели отчасти. О, последний этаж, надеюсь, тут закрыто. О, охуенно, пойдем вниз. Так, это был пятый этаж, четвертый, по-моему, там тоже все закрыто. Да, так, еще ниже спускаемся. Вот этот, третий этаж, тут, по-моему, что-то, по-моему, было, давайте посмотрим. Что-то тут было на третьем этаже, я уже не помню, тут, наверное, пиздюлей дают где-то. Дверь лифта слишком узко, чтобы пролезть. Да прям как в моей жопе узко, чтобы туда хрен пролезешь. Ни хрена кнопка не работает. То есть лифт не работает, хоть нажимай себе кнопки. Тут тоже все сломано, бля, куда идти? Кто знает, куда идти? Сюда? Нихуя, я угадал, нет. А, я пришел отсюда. В смысле пришел? Не может такого быть, я со второго этажа пришел. Нет, я правда со второго пришел, значит тут надо пошариться. Все-таки нет, с третьего этажа я пришел. Да, все это, короче, пиздобольство. Заходишь, и вот там две шавки сейчас будут находиться. Вот так на всякий случай сохранимся. Ой, блядь, нихуя, 40 отсеков, куда столько? Так, заходим и получаем, короче, оперативно пиздюлей и убегаем отсюда. Нихуя, тут жирный! Блядь, собаки! Сука, жирный, везде валяются! Он еще и встал, нихуя, бежим. Собаки кого-то жрут, блядь, что я тут вообще забыл? Здесь нихуя нету, кроме жирных и двух собак. Блядь, где двери, где окна, куда щемиться? Нихуя, я здесь что-то еще и забыл, блядь. Не, что тут делать? Тут нихуя нету, что только, блядь, пизда гулю. Да дайте нахуй выйду! Сука, пусти! Не надо меня в жопу! Нет! Чуть без жопы не остался, это пипец. Я представляю могущество этого жирного человека. Так, мы, значит, там нашли из каких-то... Блять, вот опять все желтое. Надо использовать. Вроде полегче. Так, эта отвертка была в углу зала, вполне обычная. Так, используется для подъема автомобиля, когда нужно сменить колесо. Ну, домкрат, понятно, короче, у нас есть отвертка и домкрат. Надо где-то что-то поднять. С помощью домкрата и повернуть отверткой, соответственно. Значит, валим просто ниже, там, на какой-нибудь второй, на первый этаж, первый. Знаю, что там будет, но... Ну, что-то должно быть в любом случае.
Так, второй этаж. Ух ты, все сломано. Дальше идем. Тут смотрите, все темнее и темнее. Я чувствую прям, как будто я играю в хоррор лестницы. Знаете, там, короче, спускаешься до 100 какого-то этажа, и тебя прям до смерти пугают. Ты потом такой... И больше не играешь в эту игру. Блять, и чё? В смысле? Вон там эльф какой-то кружочек. Что она? Пятый, третий. Ну, получается, тут, блядь, все закрыто. Тут тоже все закрыто. Ну, я предлагаю пошариться здесь, так лучше. Чё начальник сказал, начальник сделал, блядь. Лифт не работает, суки. За чё вообще платишь деньги? А, ну вот они, соответственно, лифт слегка приоткрыт. Сейчас мы домкратом его разъебем к чёртовой бабушке. Вот, всё, ну чё, нет что ли? Комбинация не поможет? Ну-ка, блядь. Ну-ка, комбинация быстро мне помогла. Так, без этого. Так, ладно, без соединения. О, нихуя, он работает без отвертки. Сломай. Сейчас сломается по-любому. Нет, не сломался. Значит, это где-то в другом месте было. Ну ладно. Я-то думал, тут еще, блядь, шарится, там это кого-то убивать придется. Бомжи будут меня в жопу тарабанить. И чё? Дверь внизу, кажется, открыта. Это мы, то есть, попадем на второй этаж, который был закрыт, да? Но спрыгнуть туда я не смогу. Мои ляжки слишком жирные, чтобы туда прыгать. А чё, в смысле, веревку еще надо найти или чё? Я не помню. Ну, пиздец, придется еще веревку нафиг искать. Так, бляшки жирные, блядь, еще веревку им где-то найти. Можно я просто скинусь туда и все, и как-нибудь, может быть, я долечу. Вот вашу веревку, тут еще хуй найдешь. Вот, блядь, вот куда я тут еще могу свернуть в этом ебаном этаже? Так, там вот, говорят, дверь нахуй ведет, куда мы не пойдем, это точно. Вот тот большой зал, что-то меня вот прям стремает, он не зря такой большой, и не зря там столько пидорасов, там типа два жирных, две собаки, шашлык, башлык, там, что будешь, не будешь. Да заходишь, пизды получаешь, не знаю, там веревку какую-нибудь находишь, идешь дальше. Да, короче, не зря там, наверное, это такое помещение большое. Сейчас я вот тут еще, ну, так, чисто для понта пробегусь, может быть, все-таки. Может, все-таки в шкафчике что-нибудь есть. Ну, по-любому же что-то должно быть. Фотографии, порно тут всякое, да. Чем больше порно, реально порно, смотрите. Там, короче, кто-то голый. Бля, по-любому порно. Как нынче без порно? Пиздец, и тут все сломано. Кто нахуй замки ломает в таких помещениях? Ну тут я тоже был. Так, ну это знак сохранения. Тут я тут тоже был, ни хрена нет, карту подобрал. Говна схавал, дальше пошел. Ну, так, что у нас по хп там? Java по хп. Сейчас сохранимся. Чтобы вдруг вот я там буду капитально зачищать эту территорию.
Чтобы вот прям удостовериться, если мне понравится, я загружусь. Вот, так. Значит, что, там два жирных, две собаки и пачка пиздюлей. Поэтому нам что понадобится? Броник у нас есть, фонарик включен, 6 дробовика. Пистолет, что ли, тратить придется на вас, говнари какие. Дробовик уже нет. Пистолет и 93 патрона. У нас жирный, блядь, они жирные, как суки. Патронов впитывать, наверное, как говно. Ебать, наверное, с собаками сначала надо справиться. Ну иди сюда, сука, в углу бы махаться. Чё, давай, давай, как ниндзя-самурай. Чё, сука, ну-ка иди сюда. Давай как джедай один на один. Как мужик с бабой, блядь, уж. Ладно, как псина ссаная с бабой. Слышь ты, лошарик, иди сюда. Ну, блядь, манда, стой нахуй. Я отвечаю, я тебя цепану, ты пизды получишь, а ну нахуй стоять. Стоять, говорю, блядь. Ебаная шакал, блядь, ебаный. Ну-ка, стой. Ты меня, блядь, чтоб побегай. Вот реально... Шоколиная ты тварь, блядь. О, сука, я тебе пиздюлей сейчас дам. А, чё, аптечку сожрать, что ли? А чё я реально мозги ебу, я сейчас ей просто башку нахуй вынесу из пистолета. Схаву вот аптечку. Лови аптечку. Ты чё, блядь, шмара? Спать нахуй, спать тебе. Что, кто-то стучался, что ли? Он тут стучался. Погнали дальше. Там какая-то шава, где не отстреливает. Все? Скип?
Блин, звуки, конечно, страшные. Фигачи, да он все и бегает. Да ну нафиг! Стой, 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 стой! Да ему вообще по барабану, пистолет ему нифига не делает. Тут патрон на него уже пускать, ну-ка, что мне там? 53 патрона, короче, дробаш сзади. По голове прилетел. Давай, бей! Да. Ну, капец такой. Что-то тот быстрее сдох. Честно, эта комната похожа больше на то, что просто зайди и огреби люлей. Больше тут ничего нету совершенно. Вот жирный сидит. Не, может быть, если его завалить, что-нибудь дадут, то посмотрим. Один интерес. Да, какой колбасит. Катаны, значит. Катаны надо убить, окажется, все. Три быстрых удара и готов. Для чего-то нужна отвертка. Она явно нужна не в этой комнате. Значит, надо шарить все подряд. Так, тут делать нечего, нечего, нечего. Пойдем. На пятый этаж. Скорее всего, там что-то пропустил.
Так, будем смотреть по карте. Ну-ка, может, лифты работают? Не ловит. Смотрим дальше по комнату. Так, что у нас там? Ага, там одна дверь, короче, которая мешает. Там явно сладкая пачка люлей для меня приготовлена. Вот самый прикол, это видишь, что здесь трупы не исчезают. И особенно кровь здесь так естественно смотрится. Что еще более насыщенно делает картинку. А, здесь жирно лежал, тут тоже ничего не было. Типа заходишь такой, тут сюрприз. Мяшка, жирняшка такой, хоп-хоп. Во! Я же вот тут не шарился, точно. Я же что-то сюда зашел, пошарился. И ушел. Масло и бензин не могу их использовать. Почему не могу? Даже я могу. Вот эти для игры такого года, как естественно от фонарика с тени падают. Это вообще просто, наверное, самый лучший хоррор тех времен. Ну а с решейдом тут вообще просто бомба. Короче, здесь тоже ничего нет. Куда запихать отвертку? Одно место я точно знаю, но, наверное, оно не прокатит. Вот. Тут какая-то загадка с картинами. И вот эта стенка. Стенка что-то там, блядь, есть. Так, вот что-то тихо. Что там было написано? Вот тихая, спокойная картина, гора, милая, простая. Угу. Дальше что? Тут написано цена. Посмотрим. 5000. Боже, что за мир. Так, ладно, что дальше? Что на стенке? Кажется, раньше здесь висела картина, сейчас только рамка. Пламя очищает все. То есть есть какая-то загадка. Может быть, ее можно отверткать? Нет, отвертка мы здесь никогда не сделаем. Так, ну тут вот дверь какая-то есть. Ну-ка, вот это что за картина? Название. Репрессор памяти. Что-то? Что это еще за название? Что не понимает картина? Нет, тоже не понимаю. Обычно сломан замок. Так, ну тут сломано. Просто пошарится. Вот тут лежала отвертка и все. Чё-чё? Коробка наполнена бесполезной хламом. Он не нужен.
Чё, по карманам бы впихал и кидал же бомжи. Реклама будущей выставки, на мой взгляд, не особо интересна. Я тоже не пошел. Тут лежала катана. Много картинок можно выгодно продать. Это катана, но мне не нужна еще одна. Я думаю, она достаточно большое количество вещей меня просто выполняет. Ага. По-моему, все то, что она таскает, вообще непонятно, куда она все это засунула. Мне нужен лом, чтобы открыть этот ящик. Ну, в смысле, будешь открывать этот ящик, или тебе все-таки не надо его открывать? Ну как, я только попробую. Не очень идея. Короче, я полностью обшарил пятый этаж. Полностью обшарил третий этаж. На второй я могу только попасть через лифт. На первый и шестой меня не пускают. Какой, значит, выход? Мы снова идем на третий. Выходим на улицу и там смотрим, может там что-то понять. Не, ну тут... Пламя очищает все это. По-любому головка какая-то здесь. Я тут особо тут не с чем взаимодействовать, да и предметов никаких нет, чтобы прям что-то тут поджечь или взорвать. ВПС о памяти, что ли, название, короче. Короче, что тут, блин. Чисто вот касательно головоломок, Silent Hill намного позамороченнее будет, чем тот же Резик. Вот реально. Если в Резике все достаточно просто, а тут приходится прям блуждать по несколько раз по одной и той же местности, чтобы сначала найти что-то тебе нужно, а потом еще понять, что с этим делать. Не может она туда спрыгнуть. Ну, короче, пробуем выбраться на улицу, но все-таки там что-то есть. Веревка там. Я знаю, что это не живой объект, но все равно немного нервничаю, боюсь, нифига себе. Манекен без головы и без ног. Ну это ладно еще. По манекену вообще просто башка разлетелась, причем кровь. Было эпично. Причем скример здесь так это жестко сделано. Это термос. Ох, ё, точно, я штуки до конца тогда дошарился. Сколько типов?
Где это лестница? Это лестница? Нет, это не лестница. Я чувствую, как он летит ко мне. Сейчас будет битва. Вот эти объемные звуки здесь реально они под охранение сделаны. Вот как он летает, вот это вообще нереально. Взял и полетел, а ну слез. Спустился с небес, сказал. Да, подлетай. Ты слышишь? Распускайся. Он реально на броне вообще. Сколько его лупить надо, чтобы он отвалился? Реально. Вот только, наверное, после 10 ударов он свалился. И вот еще один такой же летит. У него может пистолет стрелять. Что он так все хп сольет. Какая-то дырка. Во! Тут во. А че он тут лежит? Капец, он еще и встал. Не издевайтесь. Бежи, Вася! Вася, беги! Прыгай! Блядь, чуть не упал. Ну вот смотрите, да? Здесь вообще ничего нет получается. Я выбрался, побежал дальше. Вот, тут как бы окно. Я в него залез.
Секс. Третий этаж. Ну-ка, сейчас посмотрим. Зайди в офис, чтобы... А, это как? Понятно. А, да по-любому какой-то шкаф из них открывает. Не может такое быть. А, стоп, ну-ка, а что там с ним было? А, календарь. Нет, просто календарь. Он бесправильно. Во! Вот он, что стол, оказывается, был приоткрыт. Зажавел, я не могу открыть его шире. Но тут, наверное, отвертка и прокатит. Ну, а как вы видели, там лежит веревка. Вот она, веревка. Можем валить от хпшка. Хпшка опять. Значит, вот в чем все было. Надо посушать лучше. Надо прям по всему периметру обходить и нажимать на действие. Так, значит, мы сейчас веревочку возьмем. Хорошо, вот мы веревку спускаемся. Спускаемся на всякий случай. Тут явно давно не пробирались. Вместе аппаратура на них нет. Вместе попер. Карточка какая-то. Что там на полу? Хавка. Говядина для псины. Вот. Самая гуманная хардкорная игра. Где ты не только пытаешься выжить от зомби, но еще и накормить их вяленым мясом, чтобы тебя не съели самого.
Не сильно жирно вяленое мясо бомжам тебе. Во! Что-то там это звуки странные были. Пока куда не пойду. Пойду сюда. Где закрыто. По-моему, закрытый ворот. Куда еще сходить? О, дверь сломана, ни хрена себе, это вы смотрите. Просто целое крыло отсекается. Придется драться с бомжами. Слушать страшные звуки. Ну давайте. О, ни хрена себе, он передо мной стоит. Как она катана это рубит вообще жестко там. Вот и все погубил капусту глистов. Так обзалет, а че не в туалете женском делает? Иди в туалет. Разбитая ваза для цветов. Держатели бумажных полотен. Кинуть культурно. Открыто. Что-то написали занято. Тоже открыто. Еще одна ванна. На этот раз какая-то еще более подозрительная ванна. Вот видите, вот не зря вот так вот с этого ракурса мне кран показали. Наверняка сейчас я туда нажму и оттуда как польется какая-нибудь хрень. А, нет горячей воды, все. Я так и знала. Что нет горячей воды, так и знала. Сейчас не помыться. Опа, ни хрена себе. Сейчас самая жесть начнется. Да, зря я походу сюда зашел. О нет, только не это. Да-да, опять. Это все ванна наделала. Ванна, короче, потусторонний мир. Все перенесло. Боже. Что-то сразу зашкварчало, затрещало, звуки страшные. Вот, только вот это вот, что это такое вообще, это же ужас какой-то. Вот кто бы до такого додумался, чё вот это, да нифига себе. Вот это жесть. Смотрите, все там вообще. Даже обои в крови. Фу, какая гадость. Звуки, он, конечно, еще менее приятные издают. Я думаю, мне тут точно пистолет понадобится.
Не может катаны подраться. Нет, не даже. Она мелкий выход. Вот, все что ли? Так быстро? Нет. Меня хотят на Е. Встанешь? Да нет, вроде полагаю. Зарубить походу. А, все-таки на Е, да? Думали, такой дурак, что ли? Руби в капусту. Какая хитрая тварь. Так бы я мимо прошел, она меня сожрала. Не знаю, что это за растение, но оно убегает. Немножечко. Вообще, где я? Что это за место? Что это за диджей? Такую музыку играет. Find the holy one. Найди святую, найди ее. Ага. Кто мог сделать это куда играть? Это очень жестоко. Да, фотография там очень жестокая. Голимая расчленёнка. Какой-то нафиг очкастый. Хейзер, так вот как тебя теперь зовут. А кто ты? А я Вася. Меня зовут Винсент. Не забывай, ладно? Я на твоей стороне. Так ты говоришь, но как мне знать, что ты не с ней? С ней? Ты говоришь о Клавдии? Пожалуйста, не сваливай меня с ней в одну кучу. Эта безумная старая ведьма хорошо ей промыла мозги. Хотя безумная старая ведьма звучит грубо. Ведь она же твоя мать. Моя мать? Как это? Ты не помнишь? Так значит, Гарри ничего тебе не рассказывал? Думаю, он не сказал правды, чтобы привлечь тебя на свою сторону, а? Те рисунки. Он очень хитрый парень. Не говори так о моем отце. Мне жаль. Приношу извинения. Успокойся, пожалуйста. Откуда тебе известен мой отец? Я знаю все. Мне известно. Твое прошлое тоже. Тогда скажи мне, что происходит? Ты этого не знаешь? Потому и спрашиваю. Если ты все знаешь, то скажи мне, как положить этому конец. Еще рано. Почему бы не насладиться собой еще немного? Насладиться? Да я схожу с ума. Разве это место тебе нравится? О, мне тут очень хорошо. Здесь совершенно очаровательно. Подожди, я не закончил разговор. Я знала, что ты на ее стороне. Как ты сюда попала? С тобой тоже что-то не так. Наси тут аптечка. Чувствую, мне люлей, то сдавать будет по жести сам. При добавлении перекиси водорода в диоксид марганца выделяется кислород. Сам кислород не загорится, но он поможет вам гореть. А, загорится другими веществами. Офигеть. Целый урок химии в одной игре. Вот оно что. Сидишь и учишься.
Я не пойду больше в ту комнату, там сидит этот странный парень. Вот я там с парнем поговорил, значит, а тут вылезли всякие непонятные твари. Опять эти шахты, как они бесят вообще. Я даже снидаться не буду. Кто их знает. Тратить патроны, деньги. Оказался рабочим. Но я хочу выйти. Не, вы прикиньте, да, лифт работает. Он еще может кататься по всем этажам. Самый прикол. Так, какая там еще дверь? Собаки это вообще фигня страдает. Уеду я от вас на лифте, будете знать. Так, мы поедем на первый этаж. Как бы он не открывался. Он как назвал открылся. Ну ладно, там кто-то прям дышит, прям в ухо дышит. Первый этаж работает, окей. Второй мы уже прошли, третий. О, третий не работает, окей. Четвертый работает. Свобода нам на третий не придется. Так, тоже что-то непонятное творится. Смотрим дальше. Пятый. Пятый тоже работает. Так, почему зон страшный? Ну, надеюсь, шестой это не работает. Чтобы охренели, сколько этажей шарится. О, шестой, короче, и третий. Вот эти два этажа не работают. Ясно. Получается, второй мы зашарили. Первый, четвертый и пятый остался. Ну, наверное, начнем по порядку. С первого. Там четвертый, пятый. Там кто-то в ухо дышит. Это вообще охренение, наверное. Реально какой-то астматик дышит прям. Прям вот какие панки туда идти, прям. Интересно, что там сидит вообще. Честно, я. Блять. Я сейчас сижу, играю, и я реально понимаю, что я не помню эту игру. Очень даже не помню. Ну, в смысле, некоторые места чисто локации помню, а то, что там где-то кто-то сидит и может что-то сделать, нет.
Особенно вот эти вот вздохи, может быть, конечно, эту игру как-то доработали. Но таких объемных звуков я не помню, может, потому что я через колонки звук тогда слушаю. Но в наушниках это же... Это такое, блин, ну что это за звук вообще? Да ну нафиг! Реально, хорошая кожа должен быть с хорошим звуком. Почему-то в холодильнике лежит только печенка. Надеюсь, она не сгнила. Печень подобрал, а для чего мне печень? Находилась в холодильнике в кафе. С ней нужно сделать что-то, пока она не испортилась. Это можно быть что-то сделать. Из печенки. Что-то тут жирный валяется. Я, наверное, трогать не буду. Вот патроны для дробовика заберу и свалю на это. А же ничего ради, нет? Нет, ну все, что валяется. Чего вот трогать? Блять! Вот это такая тварь вообще, прям. Это вот просто специально так было сделано. Опять осматрик дышит. Так, подожди. Ну, печенку мы забрали, там делать нечего. Тут все закрыто. Все, что ли, первый этаж готов? Я с матик просто так дышит, что ли? Или что? Фу-у-у. Это вот это параша. Че за гадость? Что это такое? Да ну нафиг. Чего же она противная? Что там написано? Ха, там еще что-то подписано. Реально, что это такое? Она мне может съесть? Или можно ей печень дать? Нет, печень мне накормить нельзя. Ну, короче, ладно. Я-то думал, может, она съест меня. Получается, что к этой хрени, возможно, придется вернуться. Если она там что-то закрывает. Проход какой-то. Так, первый, второй готов. Едем на четвертый. Это что за кошак орал? Блинный кошак крикнул. Так, мау! Блять! Так темно, я чуть не свалился. Капец, реально пола нет. Под фонариком не подсветить, что еще не топать. Так, надо сохраниться. То есть супер вообще, у нас получается четвертый этаж вообще никуда не пойти. Отлично.
то есть можно тут свободно идти на пятку. Ну, по пятому по-любому придется пошариться, тут прям 100%. Таша, не может быть все так просто. И там, наверное, печенку приготовить придется. Ой, музыка здесь дальше не играет. Какую-то сейчас какую-нибудь приставу там. Станцует лезгинку! Чуть не упал. Блин, здесь пол обломан. Везде пол поломан, только одна дорога. Ну, конечно, собаки понеслась, родимая. Давай, догони меня. Бля, вот это уже страшно. Вот это реально было страшно. Вот это уже не по-нашему. Ёб твою мать! Вы чё, охренели? Да, бля, хватит меня жрать. Фу. Меня там чуть не угандошили. Чё он там ползает? Это у меня один, кстати. Мне кажется, пистолет можно подставить, они же вроде такие легкие. Пистолет не прокатил. Я подозреваю, что в той комнате. Да, блядь, иди нахуй. Вот. Спичечный колпак. Спичечный колпак. И все? Что с этим? Спичечным колобком делать. Печь водорода используется для дезинфекции полетов, когда они принимают слишком нанести могут. Рамки. Тут, короче, край надо бежать. Фу! Это шняга у меня под ногами ползает. Ты что, слышишь? Давай, давай. Его? Его еще смысл разбивать придется? Да ёлка. Не вставай ты. Какое-то стекло было. Надпись под картиной пламени.
Да, вот оно. Теперь-то у меня есть и спички, и перекись, сейчас мы тут все сожжем нахрен. Давайте сжечь напалм. Картина гоминка загорится, но спичка слишком быстро погаснет. Есть ли способ чё? Сделать пламя посильнее? Вот она, оказывается, что тухлое мясо, перекись водорода и спички. Сейчас, короче, тут все сгорит нахрен. А я думал, она из печенки шашлык сделает. Тут все сжечь пришлось с помощью печенки, можно было сжечь. Поняли, да, Вася? Вася и Петя. Не, ну графон, конечно, вообще прям смачный. Как я решит накрутил-то охрененно. Это не чей-то конченый конфиг из интернета. Это я сам графон на свой вкус подгонял. Что тут написано? Жрица приняла предложение короля и пошла к воротам деревни. Но когда она увидела монстра, она попробовала убить его словами. А, убедить его словами, а не убивать. Заткнись, я собираюсь тебя съесть, монстр, не слушал ни одного слова жрицы. Но она продолжала убеждать монстра уйти. Знаешь, это неправильно, есть людей. Монстр очень разозлился, напал на нее, убил ее одним своим дыханием. Без начала и без конца я не понимаю суть. Тут, наверное, не хватает страниц. Это как мое сочинение, как я провел лето. Вот прям один в один. Мне препод то же самое говорил. Опять близки, вы чё, офигели? А, это четвёртый этаж каким-то образом? А, да. Это четвёртый этаж, Вася. Так много, ты ёлка. Реально много. Я думаю, бесполезно тратить патрики. Ой, вообще много. Просто бежим. Бежим! Значит, звуки какие-то начали. Странная дверь. Очень странная дверь. Что не с патриками? 86. О! Понимаете, думаю, добавить как его. Пока тратить не будем. Здоровье есть. Да, как бы не дальше. Что у нас там еще поставить? Ага, вот тут какая-то. Так, да блин, ну не хватит вами так.
Найдите себе бомжа и топчите его. Еба! Ну ты, сука, ты знал, что я подойду. Глист в обмотках, ты кончай меня жрать. Я забираю аптечку и валю отсюда, понял, да? Ты мне не нужен. Опять там звуки страшные. Я тут живу еще. Вот. О, ну да. Звуки прям колют. Последняя большая комната. Она не зря большая, потому что она последняя. Я взяла серебряную монетку. Ну, интересно, для чего она. Лампа светит на старые серебряные монеты. Я их раньше видела. У меня такая уже есть, так что мне не надо брать еще вообще. Я не вор, просто я должна действовать как они. Опа. Чик. Тут что-то написано на стене. Так чья-то жизнь стала богатой. Что было мешком серебряных монет, стало цифрой в книге. У судьбы нет цены, но разве люди об этом знают? Ну, короче, я знаю, вот эту монетку кидаешь вот сюда и все. Просто старый автомат, он выдает напитки в железных банках. Если подумать, я хочу пить, но было бы странно пить что-то, что продано в этом месте. Давайте кинем монетку, да что? Что мне этот автомат даст? Пепси-кола. Внутри пусто, и там какая-то хрень гремит. Ключ, что ли? Что там внутри? О, реально ключ. Ключ охраны. Так, и куда его? Ключ охраны. Я помню, челик писал там на стене, что он ключ где-то там найти нужно. Ну, смотри, теперь к его ящику шкафу надо вернуть. В таком месте я не знаю, где он находится. Сегодня когда под ногами вот эта хрень ползает. Галимые глисты. Ты живешь? Живу. Так, ну что теперь? Ой-ой-ой, это я уже слышу. Не страшно. Так, по-моему, он устал. Третий этаж не работает. Ты на пятом, ну-ка, что там, четвертый же? Четвертый этаж не работает. Работает. А, я уже на четвертый. Точно, четвертый. Это четвертый.
По-моему, это на пятом было этаже. Надо чекнуть, короче, я просто... Когда вот одна карта меняется на другое расположение, то опять по новой все шарит. Я не понял. Вообще, это голимый лабиринт. Конечно, как же без этого. Эти шорохи с прикатами. Вот интересно, что они в этой клетке там делают? Не знаю еще. Обламываются. Этаж. Картина. Ну там мы вроде бы прошли ключ на... А, ну проще прочитать на бирке, там же все написано. Я нашел это в банке из автомата. Ну посмотреть на ключи, ярлык с надписи. Эльбертон страхование. Окей, мне там много чего. Бетон страхования. Возможно, это какой-то ключ от кабинета. Возможно, но это не точно. Я вообще в упор не видел такого кабинета, поэтому вроде надо будет его искать. Где у нас были неоткрываемые двери? Вот тут реально придется сейчас опять с первого этажа все шарить. Тут сейчас опять начнем. А, вон была дверь неоткрываемая. Все, он мне даже показывает. Те, которые точно закрыты, их ничем не открыть, они такие зачеркнуты. А те, которые можно открыть, она вам чисто таким жирным. Черточкой жирным нарисованным. Где еще этот астматик дышал. Это что, что надо? Что за... Что за... А, да, я что дальше? Ну, короче, она говорит, что за фигня, и, короче, what the fuck, ты дальше убегаешь. Вот тут. Вот эта дверь должна открыться. Давай, открывайся. Да, вы использовали ключ охраны, можно войти. Там в конце коридора еще 5 дверей, надо тоже нашарить. Ой, там кого-то живут. Сломаны. Так, одна дверь на дверь. Сломаны. Вот там реально кого-то там дверь сделали. Что тут все в крови? Хочешь послушать хоррор звуки? Тебе сразу будет весело. Че, для чего эта комната вообще сделана? О, обрывки сказки. Король и его люди проливали слезы за смерть, добрый жриц, и Бог жарился над ним, благодаря желанию воскресил жриц. Жриц открыл свой глаза так же, как она это делала каждое утро в своей жизни. Она опять направила злого монстра. Глупо, ты хочешь снова умереть? Нет, теперь твоя очередь.
Жрица пришла победить монстра, раз и навсегда, так как жрица была очень-очень доброй, она расстроилась из-за этого задания. Но его нужно было выполнить. Мечи и пики не помогут, стрелы и пули отлетят от меня, тебе не убить меня, смеялся монстр, но жрица не пользовалась ни мечом, ни пикой. Ни пикой? Она прочла заклинание. Туфуй эго эрис. Знаете, что потом случилось? Монстр страшно заревел, потом умер и исчез. Так поселенцы смогли воспользоваться воротами снова. Все благодарили жрицы, и все они потом жили долго и счастливо. Ах, и не. Туфуй эго эрис. Странная фраза. И сейчас, короче, все исчезнет, да? Что это было? Или наоборот, вся какая-то бяка выскочит. А, ну короче, произнесла эту фразу, и там где-то монстр сдох. Потому что он еще такой звук издал. Все, понятно. Вот, короче, то место. Это же все, короче, заключалось, ну, как бы сказка, перепыры и это заклинание. А тут это все на самом деле, там вот эта вот херня, которая преграждала путь, которая еще как астматик дышала, это вот это и есть, наверное, этот монстр. И он после этого заклинания, скорее всего, сдох. Сейчас пойдем чекать его. Да, реально, вот на дверь. Теперь открыть. О! И все закончилось, я в госпитале. Да выйдет как кафе. О, я в нем уже бывал. Мой дом в другой стороне. Смотрите, сразу все прошло, улицы чистые, даже как будто это. Ни в чем не бывало. Губы меня так колбасило. Переулок темный. Ну, понятно, да, что в него придется идти. Идешь. Опа! Упс, не хочешь немного не жить? А, все, короче, домой все тут убежал. Время домой. Там еще какое-нибудь чудо объявит. Ну, заходим. А чё, в смысле, дом выглядит как туалет? Это у них такие дома, охренеть, стиральные машинки тут тоже стоят. То есть, пришёл такой, постирался, ушёл. Нормально всё для людей, цивильно, прямо. Это не моя квартира. А где моя квартира? Где моя квартира? Тоже не надо. По-любому в конце где-нибудь будет. Не зря же мне надо себе вообще. Чё, мне не нужно пользоваться лифтом. Моя квартира номер 102 на первом этаже. Два на первом этаже такие. Поищи головой об стенку. А, тут есть сохранка. Я знаю. И тут, короче, мы сохранимся. И продолжение в следующий раз. Как раз сколько там часик прошло. Дом.
Следующая глава будет называться «Дом». Короче, пока-пока.